Пообщаться, посмотреть концерт и уйти домой с подарком. Для детей самый приятный финал учебного года. В центре «Семья» промышленного района Самары для ребят устроили грандиозный праздник. Путешествие в волшебную страну со сказочными героями, мыльными пузырями и фокусами. Но главным сюрпризом праздника стали ноутбуки. Я очень сильно обрадовалась. Мне концерт очень понравился. И ноутбук мне нужен для того, чтобы обучаться, тем более для школы. И я очень рада. Контролировать будем, поскольку по времени все-таки нужно уделять внимание не только компьютеру, а и многому другому. Вот. Но то, что сейчас наше время, все-таки без этого тоже никак, трудно. Вот. И подарок действительно достойный. Счастливыми обладателями ноутбуков в этом году стали 13 школьников. Для ребят с ограниченными возможностями здоровья компьютер не просто техническая игрушка. Он поможет и в учебе, и друзей новых завести. Гаджеты купили по городской программе «Мы разные, мы равные». Каждый год мы вручаем эти ноутбуки, и мы видим, насколько это какое хорошее подспорье для детей, потому что это появляется замечательная возможность развиваться, обучаться, общаться. Ну и все, что вообще все любые, да, просторы интернета безграничны, поэтому, конечно, для них это большое подспорье. Не каждая семья может себе, далеко не каждая, позволить такой подарок. Центры «Семья» в Самаре оказывают всевозможную поддержку семьям, в которых есть дети-инвалиды. Делают ремонт квартир, устраивают праздники и помогают с обучением. Марьяна Мирная, Артем Сулейманов. События.